утро декана факультета международных отношений Горецкой сельхозакадемии Светланы Носковой обычно начинается на ступеньках учебного корпуса. Индивидуальный подход. Здесь он внедрен в самом прямом смысле слова. Почему телефон отключил? Мы тебе звонили. Смотри сюда. Ну, мы телефону звонили, тебе звонили, а ты не отвечал на телефон. Наверное, нет электро. Зарядка кончилась в твоем телефоне, да? Да? А почему ты поздно спишь? Что ты делал вчера? Нет, я не поздно. Я встал рано. Да? Но нету теплой воды. Не было теплой воды. Да. Все ясно. Теплой воды – это проблема, была, да. Ну, сегодня там дождь. Я уже давно на холодной воде моюсь. Ну, зато будешь здоровенький. Это очень полезно, обливаться холодной водой. Мне голова болит сейчас, да. Китайский студент не боится холодов. В его родном городе Шиньа зимой температура опускается до минус 35. Да? Ну, не так холодно, да. Как мой родной город в Китае. А вот на занятия идут студенты из Африки и Южной Азии. В легких кроссовках по последним белорусским сугробам. Куртки просто на майку, голову согревает стильная шляпа. И это еще в лучшем случае. Первокурсники поболеют пару недель, потом на собственных ошибках учатся, как одеваться по погоде. Первый год за ними приходится смотреть, как за детсадовцами. Обращаем большое внимание на форму одежды, потому что, когда приезжают, говорим, что холодно, но не представляют, насколько это холодно. Но поживут один год, второй, и вы знаете, самое удивительное, общежитие и напротив множество магазинов, студенческих магазинов, студенты наши приходят в сланцах и в шортах и повергают в изумление коренных жителей нашего города. Правая рука декана по дисциплине и студенческому здоровью Зинаида Григорьевна Овчинникова, воспитатель общежития. В прошлом преподаватель и переводчик с 40-летним стажем. Так что языкового барьера со студентами нет. А вот догнать и остановить босых школяров, которые бегают по сугробам за белорусским кефиром, возраст уже не позволяет. Остается лишь воспитывать их со ступенек общежития и ставить на заметку. Думают, что это Ашхабад, думают, что это 30-градусная жара, хотя был даже мороз 30 градусов, они бегают так. Но жизнь студента – это не только общежитие. Сюда мы еще вернемся. Чтобы быть последовательными, начнем с гранита науки. Сегодня в Белорусской государственной сельхозакадемии более 600 иностранцев из Туркменистана, Китая, Сирии, Руанды, Ирака, Пакистана, Нигерии. Учатся они практически на всех факультетах. Приятно осознавать то, что их сейчас интересуют не только такие специальности, как экономика, правоведение, бухгалтерский учет, но и рыбоводство, инженерные факультеты, агрономический факультет, агроэкология. Самое сложное, кроме акклиматизации, это изучение русского языка на подготовительном отделении. У китайцев, например, нет в языке звука «р». Да и кириллица для них, как для нас с вами, китайская грамота. Тяжело учить русский язык? Тяжело читать, тяжело, да? Мой отец работает инженером на заводе. Его зовут Андрей Иванович. Он свободное время, он часто читает газеты и журналы, слушает последние известия. Ему нравится смотреть программу «Ими время». Он смотрит ее хочет. Будущий экономист Жан Неппа из далекой Руанды начал изучать язык только с сентября, но уже может дать интервью на русском. Преподаватели отмечают его как очень старательного и одаренного студента. У меня родитель один, мама, только мама, папа умер, два сестры и один брат. Это был мой первый раз смотреть такую погоду. Было интересно, был очень холодно. Сосед Жана по комнате – пятикурсник Рома, а полностью Игве Романус Чижиоке из Нигерии. Он уже прекрасно владеет русским. И это помогает не только в учебе, но и в общении с белорусскими девушками. Самое популярное место для знакомств – студенческий буфет. У вас кекса нету? После обеда
Икса нету? Икс. Бери. Возьму. Наше телевидение. Пушка, которая нас солнце мое. Иди сюда. Дай тебе чай. Короче, приехал телевидение, хотел смотреть, как ты в эфир будешь. Девушка целуется. Никому не говори ничего. Среди горецких студентов-иностранцев не только молодежь. Например, Чаад Аль-Агейда из Ирака. Работает в Министерстве сельского хозяйства. Приехал в Беларусь получать степень магистра. Изучает почвоведение. Рассказывает, что сначала хотел учиться в Египте, но там неспокойно. Родственник посоветовал Беларусь. Кузен сказал, что здесь хорошие люди, спокойная атмосфера, большие возможности для саморазвития, самосовершенствования. Это лучшее место, чтобы приехать, повысить свою квалификацию и получить степень магистра здесь. А вот самое многочисленное национальное братство Академии – туркменское. Более 300 студентов из этой страны обучаются в горках. Они и самые организованные. Председатель землячества, студент 4 курса экономического факультета Тимур Гурбанов. Приезжают ребята новые, то есть мы им помогаем. Конечно же, в свою очередь помогаем. Само собой, заполнить те самые документы элементарные, которые очень основные, нужны для студента. Также знакомим их с городом, то есть куда можно пойти, где можно деньги разменять, где можно что-то купить, в общем. Показываем им общежитие, где они будут проживать, те условия, которые там предоставлены. Все, что там, то есть получить постельное белье. Ну, в общем, все такие бытовые жизненные вещи, которые очень необходимы для студента. Пока достраивается новое общежитие, ребятам приходится следовать русской пословице «в тесноте да не в обиде». Отличники живут по двое в комнате, остальные по 4 человека. Как и в любом мужском коллективе, разговоры здесь идут о девушках. Они к нам хорошо относятся. И мы к ним тоже. Куда вы идете? В кино, в кафе? Ну, куда угодно. Сюда так много мест куда не поводят. Куда захотят. Куда душа ляжет, боится. Жители солнечного Туркменистана даже в общажный быт вносят нотку национального колорита. Комната устлана коврами. В обуви сюда входить нельзя. Питание, конечно, студенческое. Сосиски и омлет. А вот по выходным блюда национальной кухни. Чорба и плов. Воспитатель Зинаида Григорьевна и здесь главная диет-сестра своих подопечных. Много очень томата, желтая картошка большими кусками. Что это называется? Это называется чорба. Чорба. Да. Она обязательно с бараниной? Конечно. Нам свинину как бы религия не запрещает кушать. Все свинину, ясно. Да. Ну, скорее всего, это большинство случаев баранина. Ну, как у вас тут баранина, да. Дорого, мы кушаем большинство случаев или курица, или же говяжья. Ясно. Студенты из Туркменистана – мусульмане. Религиозные традиции они соблюдают не только в питании. В общежитии есть комната для молитв. Совершать обряд перед телекамерой они отказались – это грех. А вот специальную литературу показали. Все везут с собой – и книги, и коврики, и тюбетейки. А вот девушки находят в чемодане место и для национального костюма. Это у нас национальное платье. Мы иногда скучаем по национальным платьям, потому что ну, не всегда можем здесь одевать. Вот, вот данный наряд мы, получается, одеваем, если куда-нибудь выходим на свадьбу или куда-нибудь так одеваем. Потому что почему оно так? Потому что оно, во-первых, оно яркое и с того, как сказать, с очень богатого материала, можно сказать, и плюс красивая вышивка. В таких платьях девушки не только выступают на студенческих концертах, их носят в свободное время. Наряды – это межнациональное увлечение. Поэтому и китаянки не отстают от своих соседок по общежитию. Сестры Лютия и Джан с удовольствием демонстрируют свои национальные платья. Это древний южный китайский национальный костюм. Означает красивый. Это весна. Весна. А на какие праздники ходят в таких костюмах? Приведите. Конечно. Новый год или Новый год и праздник весны. Весенний праздник. Стоит у
У них свой менталитет, рассказывает Зинаида Григорьевна, провожая нас. Распорядок дня совсем другой. Новая страна, новые условия жизни. Даже питание новое и непривычное. Но главное, что ребята из разных стран хорошо ладят между собой, находят общий язык, помогают друг другу. Здесь здоровая атмосфера. Сложно не согласиться с опытным педагогом. Сами студенты тоже признаются. Очень многие стремятся попасть на обучение именно в Беларусь. Ведь атмосфера дружбы и уважения для студентов не менее важна, чем хорошее знание и диплом о высшем образовании. Вспоминайте иногда вашего студента, много зимы, много.